Сотрудники МЧС совместно с ПДН, комиссией по делам несовершеннолетних и комплексным центром социального обслуживания посетили семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию. С наступлением отопительного сезона, чтобы предотвратить несчастные случаи, гражданам напомнили правила эксплуатации газового оборудования и меры предосторожности. Во время рейда выявили некоторые нарушения. Эксперты обратили внимание жителей на состояние вентиляционных каналов и отметили необходимость вызова сотрудников газовых служб для профилактики. Такие мероприятия очень важны, потому что, проживая в квартире, мы часто не задумываемся о необходимости проведения профилактических каких-то мероприятий, либо контроля за оборудованием. Мы пользуемся, не соблюдая элементарных правил безопасности или инструкций по эксплуатации. Поэтому наша задача напомнить людям, чтобы избежать пожаров и травматизма.